Главу Федерального бюро расследований США вызвали на допрос в Конгресс. Республиканцы в Палате представителей требуют от Джеймса Коми объяснить свою рекомендацию Министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Хиллари Клинтон. Напомню, накануне директор ФБР объявил свое заключение об использовании Клинтон личного сервера для ведения служебной переписки в бытность госсекретарем США. В результате проведенного расследования бюро пришло к выводу, что Клинтон и ее сотрудники крайне небрежно обращались с секретной информацией. Но при этом ФБР не обнаружило прямых доказательств тому, что экс-госсекретарь сознательно нарушала закон. В этой связи Федеральное бюро расследований США не рекомендовало Минюсту страны открывать уголовное дело против Хиллари Клинтон. Однако теперь главе ФБР Джеймсу Коми придется объяснить свою позицию еще раз, выступив перед Комитетом по надзору и реформам правительства Палаты представителей Конгресса США. Заседание назначено на четверг.